Больше 1000 тонн обсадных труб диаметром 324 со стенкой 11 миллиметров отправятся прямо сейчас на север. Там они будут использоваться для добычи нефти. Со второй половины прошлого года северские трубопрокатчики осваивали производство обсадных труб с резьбовым соединением ТМК «Апцентум». Сначала на диаметре 324 мм, затем 245. После подготовительных работ совместно со специалистами ТМК «Премиум Сервис» отработали технологию нарезки резьбы на трубах и муфтах, а затем провели испытания соединения на многократное свинчивание-развинчивание и его герметичность. С начала этого года мы освоили, нарезали, выпустили 1300 тонн обсадных труб. Это 324 диаметр и 245 диаметр с резьбовым соединением «Центум». Специалисты завода, это лаборатория резания трубопрокатного цеха номер 1, освоили стенки 245 диаметра, это 8,94, 11,99. И 324 диаметра со стенками 9,5 и 11. Данные типоразмеры теперь включены в специализацию завода. Как отмечают в цехе, каждый типоразмер имеет свои отличительные черты в конструкции, что не дает возможности на унификацию процесса производства. Одна и та же резьба на трубах различного типоразмера требует особого подхода. Она имеет трапециевидальный профиль, но там другой шаг, скажем так, более большой шаг. Каждый типоразмер предназначен для определенного месторождения, который, в свою очередь, имеет свои геологические особенности, такие как глубина залегания, давление, порода. Сегодня у производственников немало других задач. Предстоит освоить новое резьбовое соединение ТМК «Апмагна» – быстросборное премиальное соединение, которое придет на смену резьбовому соединению ТМК «АП-СВБ». В отличие от своего предшественника, оно позволяет ускорить сборку трубной колонны и является более надежным в плане герметичности. Уже прошли подготовительные работы и отработана программа нарезки новой резьбы на станках. Лидия Соколова, Константин Миронов, новости 11 канала.